Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Альянс компании «Восток-Запад». Сегодня, по нашей доброй традиции, мы проводим наш выпуск на производстве. Рассказываем про наши проекты, что у нас происходит на производстве, как строятся наши вездеходы, на каком этапе постройки они находятся. Сегодня также у нас очень интересная новость будет. Мы покажем, как мы отправляем наши вездеходы. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Сегодня будем начинать интереснейший технический контент. Поехали! Вот мы перешли в один из наших цехов по производству. Загнали уже нашего канадца сюда. Здесь у нас вот такой вот насыщенно красный вездеход с мотором ОМ, не турбо. В одной из предыдущих серий вы видели, как стоял просто покрашенный кузов. Один элемент и, соответственно, кабина вторая второго модуля. Сейчас это уже полноценный вездеход, который у нас находится на гусеницах, на раме. Спереди уже у нас стоит силовая защита, стоит лебедка, то есть мордочка у нас абсолютно готова. Фары головного света также, здесь у нас радиаторы, но он уже на финальной стадии сборки находится. Также у нас установлены здесь уже силовые агрегаты. Это двигатель установлен, коробка передач, все уже на своих законных местах. Сейчас ведутся работы по электрике, доделывается электрика, вот, доделываются мелочи по салону. И, в принципе, в ближайшее время у нас уже наступит полноценное испытание этого вездехода. На этом вездеходе мы планируем вам показать, что такое настоящее болото по многочисленным просьбам. Потому что многочисленные комментарии у нас всегда, это не болото, так я езжу на своей Нивочке, на стандартную, на свою дачу и так далее. Ну, мы решили для вас устроить интересный контент и все-таки попробовать выгнать настоящее болото. У нас есть такое неодолимое, где плавает сверху трава, торф, то есть под ногами, когда даже ногами встаешь, под тобой все плавает. Ну, попробуем туда загнать для испытания этот вездеход. Потом пойдемте дальше. Что у нас происходит здесь? Здесь, как вы помните, на этом самом месте стояли у нас две рамы голые, которые готовились к сборке. Теперь уже на них стоят модули сверху. Также у нас почти собрана трансмиссия, то есть стоит двигатель, также коробка передач, двигатель серии Mercedes. Здесь у нас вот такой вот силовой каркас варится. Это вот черновая сейчас работа, то есть это все сваривается по месту, защищаются швы, красятся и уже обретает финальный вид такой, как в передней части вездехода практически. Все это еще черновая пока что работа. Здесь у нас внутри также установлен силовой агрегат Mercedes. Также установлена уже у нас коробка передач. Сейчас вездеход находится в процессе сборки, но уже, наверное, большая часть работ позади. Впереди электрика, сборка салонов, ну и, соответственно, уже потом ходовые испытания. Как вы видите, в наше тяжелое время с различными санкциями у нас работа не стоит на месте. Ведутся различные доработки вездеходов, постройка, прием заказов. Всегда готовы принять от вас заказы. Если вы хотите полностью ознакомиться полностью с нашими социальными сетями, с Инстаграмом, ВКонтакте, с нашим YouTube-каналом, переходите в ссылки в описании. Там у вас будет вся свежая полноценная информация, которой можно ознакомиться. Можете перейти на наш сайт, который будет сейчас у вас на экране, выбрать конфигурацию вездехода, которая подходит именно вам. Это может быть как пассажирский модуль, вот, также может быть грузовая платформа, буровая установка, топливозаправщик, да все что угодно для ваших пожеланий. Вот, пойдемте, пойдем дальше, посмотрим, какие работы у нас еще происходят здесь. Ходовая часть в процессе доделывания, то есть все это уже обретает финальные черты, финальный вид. Работы ведутся безостановочно, чему мы несказанно рады. И наши клиенты, соответственно, тоже будут довольны, когда над их вездеходами всегда ведется работа безостановочно. Сейчас мы находимся в процессе сборки электрической части. Наш электрик Марсель производит сборку, спайку, установку приборов в приборную панель. Здесь это можно видеть, как все воочию происходит. То есть специально оборудованный угол со всеми необходимыми инструментами, с проводкой, с коннекторами. И вот так вот происходит сборка электрической части вездехода. We'll be right back.
Здесь у нас канадский вездеход. Он к нам приехал на большое плановое обслуживание. Очень много узлов агрегатов были переработаны, переделаны, отрегулированы. Посмотрены все зазоры, все нюансы, технические жидкости. То есть техническое состояние вездехода сейчас близко к идеальному. Потому что идеальным оно быть не может по умолчанию, так как вездеход не новый. Но все же мы его обслужили на 100%. Теперь у нас он готов к использованию. Сейчас мы с вами покажем, как у нас передвигается по территории, прокатимся, чтобы могли насладиться в полной мере результатом нашей кропотливой работы. Пойдемте с вами присядем в салон вездехода. Легко доступный, помещаться очень легко. Хоп, и вы уже в салоне. Далее, чтобы запустить вездеход, все у нас максимально просто. Держим свечу накаливания, порядка 10 секунд. Двигатель Mercedes. Все, вездеход запущен. Можем начинать движение, дорогие друзья. Вот плавно мы начали движение по территории. Смотрим, как работает гидравлическое управление. Как ведут себя силовые агрегаты, двигатель, потому что к нему тоже было приложено много усилий, чтобы его обслужить, настроить, сделать какие-то небольшие моменты. В целом, вездеход в полном порядке, каких-то негативных моментов у нас нет, управление легкое, все системы работают штатно. Неотъемлемая часть ремонта вездехода – это также его тесты. Хоть у нас и по территории, но все же мы должны проверить, как ведут себя узлы и агрегаты, насколько качественно проведена регулировка механизмов и узлов, чтобы быть уверенными в своей работе. Очень приятный вездеход, на самом деле, хочу вам сказать, с приятным управлением. Также он не совсем стандартный, мы про это говорили в одной из наших серий, рассказывали, какие ее есть отличия от обычного БВ-206. Ну, для наших стен производства это очень редкая и интересная версия. Поэтому советую перейти в один из наших роликов, который мы прикрепим в ссылке в описании, и ознакомиться с техническими характеристиками более подробно по данному вездеходу. Также, возможно, мы вывезем этот вездеход на прогон, чтобы уже в полной мере удостовериться, как он идет себя под большими нагрузками, на ходу, на большой скорости, чтобы исключить любые моменты, которые могут быть связаны с какими-то, ну, недоработками, либо прочим. Ну что, вот мы находимся на нашем так называемом импровизированном складе. Здесь у нас различные запасные части, вездеходы, которые приехали на ТО, на обслуживание, на ремонт, новые вездеходы, которые стоят на выдачу. Как раз таки под нами апельсин, здесь у нас зеленый камуфляж, вот, и куча вездеходов, которые пришли просто на запчасти, просто на большое обслуживание, на восстановление. Вот мы находимся среди всей этой красоты. Посмотрите, какой большой объем запасных частей вездеходов у нас здесь представлен. А это говорит о том, что у нас всегда большой склад запасных частей, как БУ, так и новых запасных частей. Мы готовы привезти под заказ абсолютно любую деталь, которая нужна на ваш вездеход, если у нас ее вдруг не окажется. Поэтому делайте выбор сами. Удобно, когда ты можешь обратиться к нам, и мы всегда подберем для вас то, что у нас есть в наличии, то, что нужно вам именно сегодня, а не ждать это месяцами. Поэтому сейчас спустимся с этой большой высокой точки, с которой мы можем осветить, что происходит все вокруг, чтобы вы понимали масштаб. И расскажем вам уже более детально про некоторые проекты. Вот мы движемся среди наших многочисленных БВ-206. Концентрация в одном месте просто зашкаливает. И сейчас расскажем вам про еще один немаловажный момент. Это отправка наших вездеходов. Здесь у нас стоит зеленый камуфляж, который вы видели неоднократно в наших видеороликах, с турбодизелем Nissan QD32, с японской автоматической коробкой передач Aisin. И этот вездеход мы будем отправлять нашему покупателю вот таким вот шикарным новеньким контейнером. Контейнер был специально приобретен покупателем новый, 2021 года, в отличнейшем состоянии, чтобы вездеход в целости и сохранности доехал до покупателя. Сейчас мы с вами его приоткроем, попытаемся приоткрыть. Опа. Не могу, все новое. О. Просто все плотненько открывается.
Посмотрите. Абсолютно, абсолютно новый контейнер. Без ржавчины, без каких-то подтеков, без дыр. Полностью новый. Здесь у нас приварены вот такие вот крюки для того, чтобы закрепить вездеход максимально плотно, чтобы вездеход за свой долгий путь до клиента не получил никаких повреждений, был максимально хорошо закреплен и доставлен потребителю в целости и сохранности. Вот такой вот у нас подход к отправке вездеходов в дальние точки. Надеюсь, вы это оцените по достоинству, что каждому моменту мы уделяем максимальное количество внимания. Работы по доустановке силовых агрегатов, хочу вам напомнить, что на наш вездеход можно установить практически любой двигатель. Это линейка дизельных моторов Mercedes серии OM, это ниссановский турбодизель QD32 легендарный, родной мотор фордовский бензиновый, с которым они приходят, эти вездеходы. Можем установить абсолютно любой двигатель по вашему желанию, то есть здесь внутренний объем места позволяет это сделать. Вот. Также по поводу внутреннего убранства салона, благодаря тому, что все закрыто, все герметично, можем сделать кожаные сиденья, пневмоподпор, установить различные мониторы, хорошую акустическую систему, подсветки, да все что угодно на самом деле, чтобы ваше пребывание в вездеходе было максимально комфортным и вы могли выполнять любые задачи, как в легковом автомобиле, чтобы можно было двигаться на дальние расстояния, сидеть в тепле, в комфорте, либо наоборот в прохладе. Также мы устанавливаем кондиционеры. Хочу напомнить, кондиционеры, понимаете, то есть на задний модуль, либо на передний, можем установить кондиционер, будете ехать в комфорте. А какой вездеход еще может похвастаться кондиционером? Не могу припомнить такого. Понимаете, да? Поэтому пишите комментарии, хотели бы вы кондиционер в вездеход, чтобы в жаре, когда 35-40 градусов, вам было максимально прохладно и комфортно. Что, уважаемые зрители, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю экскурсию по нашему производству. Мы рассказали вам о проектах, которые в работе, о проектах, которые готовы, о том, что нам предстоит увидеть. Надеемся, что вам понравился сегодняшний день с компанией «Альянс», компанией «Восток-Запад». Мы рады будем видеть вас в наших социальных сетях. Переходите в описание. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть всегда в курсе событий, которые происходят у нас. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч!